Компания ИМТ представляет новую ступень диагностики тканей молочной железы. Маммограф электроимпедансный многочастотный. МЭМ. Такой маммограф может использоваться в условиях стационаров, поликлиник, женских консультаций, врачебных кабинетов и других лечебно-профилактических структур. Его компактность и портативность позволяют проводить обследование молочных желез в выездных условиях, в районах, не имеющих стационарного оборудования. Метод электроимпедансной маммографии прост, доступен и недорог. Не сопровождается лучевой нагрузкой, неинвазивен и позволяет не только визуально оценить получаемые электроимпедансные изображения, но и провести количественную оценку маммограмм, что очень важно в дифференциальной диагностике различных состояний молочных желез и их патологий. МЭМ не имеет противопоказаний к применению и ограничения кратности процедур исследования, что важно для динамического наблюдения и контроля за лечением. Возможно обследование пациентов без ограничений по возрасту, в том числе беременных женщин и родильниц. Метод электроимпедансной маммографии очень эффективен для диагностики доброкачественных и злокачественных образований молочных желез. Им можно диагностировать изменения состояния тканей при мастологии, что недоступно для других методов исследования. Важное преимущество многочастотной электроимпедансной маммографии состоит в том, что она позволяет не только диагностировать мастопатию, но и точно различать ее кистозную и бескистозную формы, то есть выделять группу повышенного риска для более тщательного наблюдения. Метод многочастотной электроимпедансной маммографии я использую в своей работе уже более 10 лет. С моей точки зрения, это надежный способ улучшения качества диагностики заболеваний доброкачественных и злокачественных в структуре комплексного обследования молочных желез, а также метод надежного контроля за эффективностью лечения, особенно при использовании гормональной терапии. Его уникальность в том, что можно использовать в различные возрастные периоды без ограничения кратности процедур исследования. Метод неинвазивен, безопасен, не вызывает болевых ощущений при исследовании и позволяет мне оптимизировать тактику ведения женщин с заболеваниями молочных желез. МЭМ имеет всю разрешительную документацию, прошел клинические испытания с получением положительных заключений в ЯГМА, Институте онкологии имени Герцена, США и Евросоюзе. А сейчас уже успешно применяется в государственных, муниципальных и частных клиниках по всему миру. Компания ИМТ выпускает маммограф в двух версиях. Упрощенную, более доступную по цене модель 2008 и современную 2011, обладающую расширенным функционалом и дополнительной комплектацией.